И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Dark and Light. И, как вы видите, я все так же на том же месте продолжаю, собственно, в этот же день сразу же свое путешествие. На прошлой серии мы закончили на том, что я убил троих или скольких там гоблинов. Кстати, даже не используя скилл, у меня 67 веса всего лишь. Но лучше все-таки я его заюзаю, пока он есть. Скилл на вес, оп, отличненько, и нет перевеса. Классная штука, мне она очень нравится. Кстати, могу карту состряпать, здорово, но тратить-то я не хочу, так как она тратит кварц, который мне нужен на починку молнии. Так, что мне здесь надо? Мне нужна медяха, блин, да ладно. Ну ладно, пройдем мимо медяхи, добудем медяху. Кстати, я же в металлической кирку ни разу не добывал еще ресурсы. Ну вот, на металлической кирке давайте добудем камень. Посмотрим, что с него дропнется. Да ладно. Сколько серы, твою мать! Это что сейчас было такое? А, кстати, да, я музыку сменил, я здесь поставил другую музыку. Ну, заодно и потестим. Авторские права есть на музыку или нет. По идее, музыка 2002, 3, 4 года, примерно так вот. Тогда такого не сильно было. Какое гиена, мать твою, оп. Бардыш. Есть чё? Нет чё. Ну, кстати, можно тебе и раздербанить. Опс. Отлично. Я же сжал на четверку. Почему ты не достал его? Ладно. Так, кожа, кожа. А, ну, кстати, да, с ней же кожа. О кожа шерсти, может быть, и речь. Ну, ладно. Кожа тоже хорошо. Кожа тоже пригодится. Так, погнали, заглянем сюда. Здесь стопудово зарыжено. Ага, прям конкретно. Кстати, там большая база, которая стояла, ее там уже давно зарыдили. Здесь что-то вообще... Мало того, что настроен говно какое-то. О, господи, я думал, это летун тот. Мало того, что настроен какое-то говно, так еще и зарыдили просто кошмар как. Они здесь вообще выживали в этом домике. Наверное, сами же и зарыдили башкой своей, сломали потолок. Ладно, погнали дальше. Говорится, путешествовать. Так путешествовать. Да, но меня не радует FPS в игре. Это просто кошмар. Вы бы знали, как меня это не радует. Кстати, вам интересно, где я сейчас нахожусь? Вода! Да ладно, вот это круто. Вот это сейчас то, что мне нужно. Надеюсь, здесь нет каких-нибудь существ, и я вообще отсюда выберусь. Так, вот это мне надо заюзать, и вот это мне надо заюзать. О, водичку набрали. Здорово. Ой-ой-ой, зачем мне воду-то нырять? Заодно узнаем расстояние между городами. Если я все-таки добегу до него. Так, давайте прямо вот здесь на дороге заюзаем карту. Где я сейчас нахожусь? Блин, я все-таки влево. А, нет, слушайте, мне сейчас надо, получается, туда направо идти, да? Да, я вот подошел к воде. Я обошел вот они горы. Обхожу горы. И город вообще где-то вот в этом районе, насколько я помню по карте. Где-то вот в этом вроде районе. А, подождите, город людей вот здесь же. Вот здесь же город людей. А вот здесь город гномов. Так что... Мне... Слушайте, я правильно иду пока что. Ну, все равно пойдем по тропинке. И, кстати, не так уж далеко ушел. Ну, я много чего лутал. Так, стоп, подожди. Я... Это хорошо, это похвально, что я решил пойти прямо. Ну, эта тропинка вела к воде? И все? Че, реально, что ли? Погоди. Реально тропа, ведущая тупо к воде? Причем к булыжникам и так далее? Ёптем. А!
вон тропинка, где проходит. Ясненько, то есть здесь получается тупо история была такая. Была тропинка, короче, все хорошо, а потом бах, река разлилась и все затопило. Так, ну-ка. Ну да, здесь по факту просто разлившаяся, вышедшая из берегов река. И здесь по факту просто этот... переправа. Ну, кстати, прикольно. И если бы я на камень не залез, все это не увидел бы, я бы так подумал, что река, ведущая к воде, тупо, точнее, дорога, ведущая к воде. Все, я туплю. Я просто за этого осла еще зацепился рогами, блин. Ёп, твою ж налево, там что за файтинг? Я хочу посмотреть, что здесь. Стопудово зарейджено. О, да ладно, уже так далеко отойти, уже не зарейджено? Здорово. Но здесь дикие животные глушат. Здесь реально, здесь дикие животные глушат, ну ура просто. Ёпта! Вэю! Налево! 2 FPS! Я просто на них глянул, и там 2 FPS. Какой у них файт жесткий там творится. 2? Мать его, FPS. Кстати, я жрачки слишком много наготовил. Я еще жрачки набрал, так что вообще залутал. Блин, я слишком много жрачки наготовил. Ну да ладно. А еще это, мозги кончаются, фокус. Кстати, я фокус себе уже до 130 поднял. Удобно. Все-таки от фокуса немало чего зависит. И поднять фокус в первую очередь была неплохая идея. Вот, кстати, мои характеристики. 150, 100. Атаку я вообще не прибавляю. Мана 200 вообще кайф, потому что на магии здесь очень много задействовано. Здоровье 150 тоже вполне достаточно. Выносливость 150. Предельно. Фокус хочу до 150 догнать, вес 260. Тоже вполне плохо, но до 300. Я решил фокус поднять до 150, потом уже вес до, 100, ну, до 300. Если я все-таки прокачаюсь. Ну, как видите, да, все вполне неплохо идет. Даже убивая проходных динозавров, животных, я вполне качаюсь. Так, это что за покемон? А, это живой покемон еще. Чё-то я, короче, очкую. Да, я слышал там взмах крыльями, поэтому я что-то шкребанул чутка оттуда. Все, файт закончился. Птицы огреблись. Ибо нефиг. О, грифоны! Здесь тоже есть грифоны. Супер, я хочу грифоны. 8 левел. Блин, какие... Вот это канонные грифоны. Вот это реальные грифоны, сделанные по канону. Вот как должны быть? Белый верх. Серое туловище. Ох. Ну, опять-таки же, это для меня канон, да? А вообще, допустим, взять... Герой Меча и Магии 3, откуда я познакомился с этими грифонами, вообще в целом с грифонами, и я влюбился в них. Это, конечно же, да, это вот там сначала первые идут обычные грифоны, они идут чисто такие серые, такие, ну, о, медяха, то, что мне нужно. Они такие идут чисто серые, а эти, так, это меч, вот это мне нужно, вот, нашел медяху, надо добыть. Она мне нужна, тем более, так что надо добыть. Вот, и они такие обычные, такие серые, коричневые такие вот, даже можно так сказать. Во, кстати, вулкан отсюда хорошо виден. Вот, а этим... Состряпаем вес, нормально. Шерсть бы не помешала мне, да? Говорите, шерсть не помешала бы. Я тоже думаю, шерсть бы не помешала. Чпунгся! Hello. Ага, отлично, был пролак. Ну-ка, если я топором буду лутать. Будет что? Из шерсти. Вообще, смысл есть от этого топора? Или он только мясо добывает, как меч? Вот, и получается, когда их улучшаешь,
они становятся королевскими грифонами. И вот там и именно вот та раскраска, которая белый верх, коричневое тело, это просто что-то с чем-то. Так, ясно. Что-то мне не нравится, там дальше звуки из леса, которые достают, раздаются. А еще мне не нравится то, что нифига не лутается. Белый верх, серый низ, и летают в небе они. Ну ладно. Да что такое? Че ты не лутаешься? Ты пошел ты, короче, в жопу. В жопу. Погнали дальше. Ну, медяхи подлутались, и на том хорошо. Теперь я точно уже не буду обращать внимания на медяху, но здесь уже, как видите, возле скал меди мы находим намного больше. Точнее, не возле скал, а возле гористой местности. ФПС здесь, конечно, проседает просто жуть, как, так как прогружается новая карта. И это кобзда! Вы не представляете, насколько это кобздюнь. Это просто жуть. Да ладно. Да ладно. Мифрил. Нифига себе. Первый раз увидел. Я даже не знал, что он такой здесь существует. Железная руда. Реально, железная руда. Нифига себе, мне куда нужно было забраться, чтобы увидеть железную руду. Ну ладно. Теперь вы знаете, где находится железная руда. Ладно, медяху слитки. Блин, не слитки-то нафига, слитки-то нафига я выкинул. Нафига я слитки-то выкинул. Это же переплавлять. Больших делов переплавлять. Переплавлять найти-то. Так. Надо другое выкидывать. Теперь вот это точно испортится. Вот это точно не пригодится. Вот это точно не пригодится. Вот это-то ополовиним и выкинем. Серая авось пригодится. Ну, такое себе. А, падаль, господи, мне показалось, педаль, думаю, где педаль-то увидел. Стал искать, а потом понял, что это там было падаль написано. Бывает. Так, ладно, эти стрелы пускай здесь так и останутся. Ну чё, 160 веса вполне нормально. Вполне нормально, у меня еще 3 минуты скилла, так что все пучком. И вот, пожалуйста, залез в горы и сразу же железо тонны. Хм, неплохо. Так что в следующий раз я уже буду знать, где слиться. Даже если я буду начинать все с нуля, то до 20 левела, до железных слитков, развиваемся чисто в городе, а потом уже переезжаем в такую гористую местность. Твою мать, давай прогружайся, карта сраная, быстрее! Какого фига я не могу пройти? Тропинка же, ёпта. А, честно, мне очково. Я все выше и выше поднимаюсь, и мне от этого очково становится. Так, погоди, ступка, я могу вообще ступку сделать себе? Реально, вот я могу себе сделать ступку сейчас? Вот шлем могу сделать, а ступку могу я себе сделать? А ступка ставится на фундамент, только вот жопа-то сраная. Что на тебе надо? Что на тебе надо? Тебе надо камни дофига. Я просто задумался, если я буду использовать карту часто, то мне бы эту карту бы состряпать. Что-то я не думал, что это просто карта и... Блин, я бы ее состряпал бы побольше. Этой чисто карты. Слушай, а если я, допустим, металлическим топором буду лутать? Так, ну это хорошо, молот это хорошо, но я хочу топором. Ага! Секира действует как металлический топор. Ясно. 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 Здорово. Здорово, отлично. Да, металл руду добывают топором. Я, конечно, гений. Бла-бла-бла, все дела, это хорошо. Но! Сраная, мать его! Сраный дождь рушит все мои планы. Если что, да, вот в этой игре дождь это минус, в моем случае, 10 FPS. Да, все 10, потому что видели, да, как затормозило все говно. Ну, кстати, сейчас 14 FPS в горах. Это здорово, построек не вижу. Как говорится, постройки не прогружены, и все хорошо. Ни постройки, ни города. Так что все здорово. О! Eclipse Online.
Отлично. Я здесь даже могу что-то состряпать себе. Слушайте, а почему бы нет? У меня есть... А зачем? Я же его выкинул уже, тем более. Так что да, все. Я правильно надумал, что зачем? Зачем мне это дело? Знаете, я что думаю? Я сейчас, наверное, нажму на паузу, подобываю ресурсы, сделаю кварц и состряпаю себе карт побольше. Кто-то скажет, что я засоряю этот сервер, а кто-то скажет, чувак, молодец, делаешь так, как надо. В целом, я построил такую халупку, где каждый проходящий мимо человек может зайти, если, конечно, они не сломают ее, дверь закрывать не буду, и вступки уже сделать, допустим, кварц себе тот же самый, и так далее. То есть, почему бы и нет. Я решил, что так будет прикольнее. Вот, и поэтому я как бы... решил построить именно такой домик. Да, поставить фундамент и без лишних заморочек, да, это, конечно, не проблема. Но почему бы и нет? Так, открыть. Вот и все. То есть, по факту, любой зашел, спрятался от вражины, закрылся и все. Ну, то есть, я имею в виду от животины. Кстати, мне не нравится в этой игре задумка, то, что каждая стена должна содержать в себе окно. Ой-ой-ой, зачем закрывать себя в коробках? Мне это не нравится. Я люблю, может, закрывать себя в коробках. Мне не нужно окно в стене. Зачем оно мне? Вот, поэтому как бы такие вот дела. Но, с другой стороны, ладно, это идея разработчиков, так что вообще по боку. Вот, несмотря на все, я металл уже добыл дофига. Скидываем его. Кстати, да, еще корень календулы добыл. Добывая все это дело, вот сколько. Ах ты ж, ёпта, я на металлическую кирку выкинул даже. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, стоять. Вот, ну ты где. Давайте состряпаем еще карту. У меня, кстати, есть, была возможность создать это возвращение в город. Вот, ну, я его пока что юзать не буду. Точнее, создавать. Алло. Вот, я читал, были такие вопросы. А создадите ли вы режим от первого лица? На что разработчики сказали, да, мы думаем об этом, но нет, пока что нет такой возможности. Есть какие... Есть кое-что, что мы должны делать быстрее. Слушайте, я реально уже на полпути, да? То есть, вот он, и город людей вот там, то есть, вон там город людей. То есть, я сейчас обруливаю и иду туда. Угу, иначе я вот на правильном пути. Все здорово, все здорово. Ну, по крайней мере, реально, я уже на полпути, и пока что, как видите, я даже только набрал, точнее, только приобрел, нежели потерял. Это уже хорошо. Это редкость для меня. Вот, так что все здорово. Так, берем. Отлично. Сразу же можно, допустим, так вот взять. Опс. Так. Вот так вот. Это сразу же починка. Да, мне по факту столько не нужно. Но так как они висят мало, так что пускай будет. В пылу сражения, когда мне реально это все пригодится, это мне реально все пригодится. Вот, сюда закинул я деревца. Не так уж и много, но 3 штучки было. Но пускай будет. И вот это тоже туда же. Пускай будет. Пускай себе горит. Долго и счастливо. Ну, в смысле, пока хватит ресурсов. Вот, ну а я погнал дальше. Аванпост аванпостом, а идти дальше тоже не помешает. В целом неплохо. Кстати, да, если с этой горы смотреть вниз, то можно увидеть старые добрые места, которые ты когда-то проходил. И, честно, я не думал, что я заберусь в горы, и это будет настолько далеко и высоко. Но да, здесь можно как-то вот так встать, что можно увидеть что-то старое знакомое. К примеру, вот та речка, через которую я проходил. Вот они, острова, то есть город вот где-то там, вот она, та скала, которую я обруливал. И я думал, что я обрулю эту скалу вот так, а в итоге я обрулил вот так и уже забрался на гору. Да, и начальная локация где-то вот там за деревьями. Да, ну вот так вот там. FPS меня все равно все еще не радует. И, кстати, да, этот огонечек, он вполне так неплохо светит. Ну ладно, если в этот домик хоть кому-то пригодится,
то это будет вполне себе неплохо. Кстати, надо положить спальник. И если что, кстати, на спальниках на чужих тоже можно спать. Это прикольно. То есть лежит спальник, ты можешь на нем подойти, поспать. И все. Он также испортится, конечно, но в целом все неплохо. Кстати, на паузе при такой картинке плюс 5 FPS почти. Да, то есть без записи вообще будет подсадочка FPS в горах, это здорово. Но такое себе, потому что это без записи. Так, где здесь тропинка идет? Точнее, куда она ведет? Непонятно пока что. Нужно искать логическое решение. Как с водой. Погнали туда посмотрим с краем. Ага, отлично. Невидимая гора. Так, ну мне точно надо не туда. Мне нужно туда за гору. Там я не пройду, значит логическое решение здесь. Проходим здесь. Не, металлические инструменты — это кайф, это реально. Металлический топор, металлическая кирка — это уже кайф. Это все. Докачиваетесь до них — это реальный кайф. Как и в любых других играх, в любых других уже валках — это реальный кайф. Да, вот на тропинка. Вот на и логическое решение. Погнали дальше. Кстати, да, я поначалу их очковал. Помните, да? А, что это такое-то? И побежал от него. А на самом деле это не агрессоры. Хотя выглядит очень жестко. Да уж. Но опять-таки же это непонятное существо. Допустим, в арке, увидев того же самого бронтозавра, ты понимаешь, что он травоядный. И не важно, что он в 500 раз больше тебя. Ты понимаешь, что он травоядный, и он на тебя не сагрессирует. Вот там, наверное, где-то город. Я думаю, город людей. Вот. А здесь как бы такое себе. Вот, пожалуйста, спускаюсь уже с гор, и все. Уже в медях и так далее. Ну, строиться в горах, по идее, самая неплохая идея. Вот, не грифоны летают. Вот 100% там тоже какая-нибудь деревушка есть. Но погнали по тропинке. Погнали по тропинке. Погнали по тропинке. Ой, грифончики. Что-то я очкую с них тут. Ёб твою ж налево. А лететь-то далековато. Да ладно, это статуи уже. Это реально статуи. Тихо. Офигеть, какие они огромные. Я их даже за скалы принял сначала. Это, мать его, статуи. Погнали обратно. Я хочу встать на им на голову. Считайте меня дебилом, но я хочу встать им на голову. Я думаю, с них будет вид намного басевее. Если, конечно, получится туда забраться. Я, конечно, сомневаюсь, что получится туда забраться пешком. Но все же я хочу попробовать. Я хочу чуть-чуть. От такого величия это, конечно, да, это просто нифига себе. Я реально думал, здесь просто горы. Вот разрабы ваши молодцы, красиво сделали карту. Да. И, кстати, вот это вот, походу, предзнаменование именно города людей. Я думаю, да. Вот, поэтому как бы погнали туда. Без вариантов. Я хочу глянуть. Блин, силы покидают меня. О, я еще и не только силы, но и еще и вода, и еда. Пожрем. Чуть-чуть пожрем. Так, погнали. Здорово. Теперь я знаю, каково это. То есть, что нужно в поход собрать с собой и так далее. То есть, что, как, где. Теперь вы самое главное знаете, что, допустим, 20-очки мяса будет вполне достаточно. И незачем брать стак, а именно 50. И все в таком духе. О, спальничек. Вот смотрите, видите, спальничек, да? Я такой, посплю, короче, на твоем спальничке. Ну вот и выспался, вставай. Да, у меня уже тайминг выработался на это дело. Сколько он спит.
Давай. Вот смотрите, в эту гору поднимается, блин, а чуть меньше уже не может. Ага, все, все, кранты, короче, кирдык, да? Ну давай, я в тебя верю. Днище. Дрищ. Тихо, дрищ, не падай ниже. Тихо, оттуда вообще не поднимусь потом. Мало того, что не поднимусь, я там себе ноги переломаю к чертям собачьим. А спальники здесь не точка респавна. Так, ну одно я могу сказать. Вот эти две горы, это две башки. И, как вы понимаете, на них просто так не забраться. Слушайте. Вот он тут один, да? Какого он левела? Я просто смотрю, у меня там до 20 левела чуть-чуть осталось. Ага, он нифига тут не один. Двадцатого. 44-го. Да уже. Да уж. Ну, единственный вариант это встать вот на эту гору. Хватит это терпеть. Нифига себе! Это сколько же тебе надо глушить? Мана аж закончилась. Извините, у меня 200 маны. Не, ну он уже красный, конечно, я это понимаю, но... Еп. Это ты сагрился, да? Значит, я правильно подумал, что вы будете помогать друг другу. Level up! Отлично. Восстановим ману. Приляжем, отдохнем. Да-да, чувак, подожди меня. Так, что мне нужно? Мне нужно качнуть еще фокус. Ну и давай, до 140 все-таки пригодится. Так, ну ты 20 левела всего. Так что я думаю, в тебя будет меньше. Да сильно это не подходи. Гендальф тоже мне. Рейден, Вин. А ёпта, сломалась. Экс. Мана. Мана. Меня покидают силы. Так, стоп. Вес. Еда. А вот что прибавит. Давай такую еду захаваем. Двадцатый уровень помер. Тени сагрились, так что все замечательно. Ей! Отлично. Что с вас дропается? Так, не, не молот. Топор. И добудем много кожи и чуть-чуть мяса. Потому что я уверен, шерсти нифига. Да. Шерсти нифига. Ну ладно. Откачались я неплохо. 20 левел получил. 20 левел это здорово. С 20 левелом это значит я смогу лутать уже металл, точнее перерабатывать металл. Ну то, конечно, мне это надо будет изучить, но в целом неплохо. Точнее, прокачать это мне надо. Неплохо. Где тут виверна летает? Кстати, я пробовал лучше бы притомить, но... Но это такое себе. Вот козлина улетела. Да, это здесь надо несколько рыл стрелять. Сразу же в две... В два, в три рыла,
чтобы была возможность поймать его сразу. Да, просто так его не поймаешь, конечно же. Но в целом тоже тебе неплохо. Ну ладно. В общем, вернулся я обратно к своему аванпосту лесному. Точнее, горному аванпосту. Вот, и как бы... Эпс. Вот, и как бы все вполне себе неплохо. Меня лично все устраивает. Ой, спальничек заюзался. Вот, все, вырубил. В общем, меня все устраивает. Серия получилась вполне неплохая. И в конце даже маленький такой файт. Ну а на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.